Алло. Тур. Я подумал, что лучше будить ребят сегодня более оригинальным способом. Сейчас пойдем. Сейчас. Поэтому... Попробуем. Коло, Тур! Коло. Тур! Подъем! Дурин, а, дурин. Идем будить Акшина. Они вроде переехали в этот... В новый коттедж из-за того, что ребята приехали, они дали им свой. Шалар, подъем! Очередная утренняя прогулка с Тоби в лесу. Скорее всего, после завтрака, который где-то через 15 минут, опять пойдем гулять, потому что мы мало погуляли, минут, ну, наверное, 15. Я проснулся не так уж рано. Проснулся в 6:30, пока всех разбудил, пока умылся, зубы почистил. Прошло время, поэтому мы, скорее всего, еще раз погуляем. Ну и как раз завтрак переварится быстрее. Свежо. После плотного завтрака решили собраться вместе. Чай, да? Было все дали. А, пьем чай. Идем гулять после завтрака, после перекрытия. Всем сбором, о, новички тоже, лесом покажем. Натердим еще. Нашли хорошую дорогу для кросса в глубине леса. Достаточно длинная, мы даже до конца не дошли. Тоби, иди сюда! Тоби! Мы даже до конца не дошли. Поэтому уже вернемся. Через 45 минут уже надо собираться на тренировку. Скорее всего, или сегодня, или, думаю, завтра уже побегаем тут. Уже скоро без 15, надо быть уже готовым, собираемся тихо-тихо на пробежку. Кросс будет такой же, как вчера, 12 километров, и потом, наверное, будет опять кроссфит. Разминается. Он старха догалас. Кедри кросса 15 километров. Садяли, да, чем это за? Сацок, пир. Это сацок лагали. Ичи. Ичи. Уч. Ой, нам на сацок лагали. Да, сацок. Сацок, сацоком бери орда. Блин, да, по просьбе Кулу я передам ему камеру. Ему вчера понравилось бегать с камерой. Сучалар, ты мой, он за сагнан гедирю. Дал бадал гедирю, бабеля, я ваш битрим сен гачазо. Вахты я сен зотты сене гачазо. Коя дуга сен вахты, гирай, гирай, чин. Бирай, сене гетю гелдю. Без вода дианда. Вот, бежим. Все почти в сборе. Кто почти, кто некоторые остались.
amirdən başqa. Uşaqların hamısı gəldi amirdən başqa. Of, eyvallah. Malatçı, çatırlar bana. Все отлично. Сейчас осталось только пробежать до конца. Я на лёрду. Очень круто, побежали все вроде, забежали. А Амиль остался, он, наверное, на завтрак остался. Сейчас поработаем, скорее всего, по сенью или просто расслабимся, сделаем растяжку и побежим дальше. Так же, как и вчера, в принципе. Кстати, мы точно вычислили время, получилось, то есть километраж. Туда и обратно получается около 14 километров. Так что это полностью можно считать дальним просто. Давай, 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 давай. Всем подпрыгнуть. Давайте. Давайте. Вот, пошли, пошли. Катула. Джар, джар, джар. Нет выхода. Конца. Вот только не все смогли добежать. Вот Амиль остался. Там, короче, там Вадим, Ильхан, Эльчан, Фуат. Вот остальные бегут. Еще Руад остался. Вот остальные идут. Все, все молодцы. Классно. Все, мы сила. Опоздавший. Что машина не ели, артист? 5 кругов маленьких. Вот так побегаем по берегу, чтобы ноги немного расслабились, чтобы себя пришли. Азия только сейчас забегает. Зурна только что добежал, да? Топтырмышь она. Ребята в кроссовках. Бабат кашты на. Скорость, а за? Ты как пришел? Клянусь, говорю, я до Атланты добежал, богом клянусь. Вот, не, не, ровно до Атланты. Вот это ровно до Атланты. Ай, 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 измерил, теперь мы точно знаем, сколько мы пробежали вчера. Хотя я вчера думал, что мы пробежали всего лишь 11 километров, но оказалось, что мы бежали 14. Вчера и сегодня вполне неплохо. Кстати, это наше место. Нинри. 5 канат. Ага. 6 подход. Квалт. 100 дана турник. 150 дана брус. 4 подход топ, 15-20 дефа. Сора кола 5 подход. Пресс 150 дана. 1 дана
150 tane spatula dallerle spatula attırırım. Sonra sonra şey 15 kilo 5-6 cir sonra da akıra da jugut neyse davay da ne gözlüsün inşallah işte de kalacağız buraya davay. Сейчас вылетит, мне в голову попадет. Получается сделать из-за мозоли. Буду чуть больше еще брусья взял. Уже на брусьях. Брусья сделал 120 раз, ребята уже делают мяч, все, в принципе, все то, что и вчера было, только в конце добавили вот клинами работать, и, например, брусья мы вчера сделали 100 раз, сегодня 150 раз, кувалду делали там 100 раз, сегодня 150 раз, и вот так все увеличили на 50, наверное, каждый день будет делать сейчас. Лучший способ взбодриться, охладиться, когда ты работаешь на физический, на физическую силу. Это вот это. Человек сразу просыпается. Сделал приседания. Два подхода по 50 раз. Сейчас. Папа, это меня освежи. Бомба. В общем, сделали приседания, мяч. И потом, что было потом, работали на руки, потом перешли на пресс и в конце жгут и растяжка. Нормально пошло? Да, отлично вообще. Идем обедать. Ну, купаться потом обедать. Ну что, опиши свое состояние. Состояние ужасно. Ноги болят. Я шучу, конечно, все отлично. Но ноги болят. Но ноги болят по-любому. А у нас сегодня долга, который я обязательно не наемся. Найду, да. Можно? Амиль gelir sen bugün. Satsak Amil gelir bunlar ya. Fırladım ben şimdi. Konağım geldi.
Сейчас пройдем, прогуляемся в лесу, как раз переварим наш обед. Обед был, кстати, вкусный. И сделаем отметки на деревьях, чтобы когда мы бегали в лесу, уже не заблудились бы. Ай, молодец. Сюда иди. Сюда пошел. Да, сейчас будем делать отметки. Чтобы потом не заблудиться. Давай здесь сделаем вот так. Еще гуляем, делаем отметки. Очень красиво тут. Но бегать будет сложно, наверное. Дальше вроде дороги нет, пойдем уже последнюю метку сделаем тут. Разминаемся на море. Тренировка пройдет на море. Вот перчатки тоже взяли. Поэтому, скорее всего, не только борьба будет, но и бокс. Хочу передать спасибо. О, USB. USB здесь. Здесь все. Хочу передать спасибо Аделю за прыгалки с грузами. Спасибо. Работали в осени. Сейчас будем одевать перчатки и работать, наверное, в парах, скорее всего. O bile kim boş kalır? Aysa. Davay. Davay, davay, davay şu ala. Şimdi bir manlar. Thank you.
побежала, Элла. Эдели к себе, где лучше. Оператор. Ничего, Меша, отлично. Тем идет сезон, где все Меша не дает винари. Оператор, ты не? Меша, как там? Бомба, ты ее попрошу. Бороться в воде, это отдельный кайф. Идем на обе. Хорошая тусовка. Помыли, повесили вещи. Сейчас все на обед. Ну что, на ужин? Да, голодный. На варь взяли. Бозбаш. Бозбаш? Еще. Ну что? В принципе, осталось покормить Тоби. И ложимся спать. Можно.